А как вы здесь работаете? Нас не пускают. Это хорошо. Я только что же пришла, вы видели же. Вы сидите там в сутках, видела. Играете, блин. Я не знала. А я должна была знать. Меня не пускают, пока мы скандал не подняли. Мы в зале ожидания сидим. А он здесь 3 часа, у него давление повышенное. У него, возможно, инсульт. Мы не знаем, что у него, перекашивало рот, и он говорить не мог. Когда вы... Ну, мозг чистый пока. Мозг чистый. Ишемия, геморрагические гематомы нету. Ну, давайте подождем, чтобы она была, пусть полежит еще. Нет, мы будем дальше обследовать. Хорошо? Сейчас вы успокоитесь, я все объясняю. Буду объяснять. У вас какие жалобы были? Ну, утром что-то начало, голова кружение. Ну, вызвали скорую, вот они приехали, вот он поставил этот капельницу. Ну, что я не знаю. Головокружение, головная боль, да? Еще какие жалобы были?